Здравствуйте! В России живет более 146 миллионов людей. Мы все разные, но имеем равные права и все равны перед законом. Детям трудно понять, как стать законопослушным гражданином, знать все законы и правильно их исполнять. В этом им поможет книга Павла Астахова «Детям о праве». Она станет первой ступенью на пути к правовому образованию. Дети совершат познавательное путешествие от лица мальчика Володи во взрослый мир, подумают над возможными последствиями тех или иных поступков, поймут, как действовать в различных жизненных ситуациях, узнают, когда можно и нужно обращаться к помощи государства, закона, права. Ведь право, как говорит автор, существует для того, чтобы все мы жили в согласии. Оно отстаивает наши справедливые интересы.